Ребятушки, всем привет! У микрофона, как всегда, Рамзес. Сегодня будет сервачок с бесплатным лордом, то есть бесплатная привилегия лорд. Так что, друзья, перед началом ролика обязательно ставьте лайки. Обязательно, да-да-да. Все, друзья, погнали к обзорщику. Серв называется «Зараженный мир», всем лорд плюс скидки, так что поиграем. То есть вы сами этот сервачок знаете, я здесь частенько играю, так что у кого есть желание, можете заходить под бесплатными привилегиями, играть также, кто хочет себе приобрести еще выше. Вот так вот. Так, класса зомби я себе, в принципе, взял живое дерево, самый годный, то есть у нас, получается, привилегии основатель, бог, фараон, разрушитель, админ и вип, то есть все привилегии, full доступ, то есть все дела. Мне вот этот, ребят, просто, вы не представляете, как он мне нравится, вот этот вот, то есть хаммер, ну не хаммер, а коса вот эта, очень-очень красиво. Так, давайте мы закупим по фасту сразу же брони с вами, 250, так, друзья, скоро новые рубрики подъедут, я для вас готовлю что-то годное, так что будет интересно смотреть, оставайтесь на каналчике и обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ролики. Так, кабинетик. Ух ты, топ-15, проголосовать за смену карты, так, скупить привилегии, тут вот привилегии цены, то есть еще ссылочка указана на онлайн-сайт, то есть все вы понимаете, друзья. Вот, можете поставить на паузу, в принципе, сейчас посмотреть, все тоже очень годно, привилегии стоят не так уж и дорого, то есть, друзья, можно так сказать, дешево. Вот, ссылочку на онлайн-сайт также оставлю в описании, повторяюсь еще раз. Ну а мы погнали, повыживаем сейчас. Вот, меню лорда вам будет бесплатно. 1000 паков, 200 брони, 200 жизней, темный рыцарь, ликандроп и рейлган, да. Что-то сегодня заговариваюсь. Так, классы зомби дальше идут, да? Классы зомби у нас идут. Вот такой спанч боб, вы посмотрите. Посмотрите просто, друзья, какой спанч боб, просто. Просто круто было, ладно. Так, что дальше? Рейлган всем советую брать, он самая вот эта вот пушка, нет, не это, а вот эта вот, самая годная пушка из бесплатных менюшечек. Дальше мини-випа, паки броня жизни, темная эмочка, там неоновое что-то тоже было, что-то мы не посмотрели, неон, жди раунда, окей. А меню админа, так, с лазерная плазма, мега дробан, быстро, вот лазерная плазма сама, вот такая крутая, друзья, годно, согласитесь. Ну чё ты, братишка, чё ты хочешь, братан мой. Так, дальше, паутинку нужно по фасту настроить, берем как всегда, ух ты, друзья, музыка, вы слышите ее? Вы слышали? Здесь музыка, короче, играет еще. Офигеть, круто. Так, давайте сразу же закупим по-новому паутиночку. Так, с настроем прямая, змея и вот такую. Да, вот это, друзья, просто кайфоднее. Вы просто посмотрите, какая она офигенная, можно так сказать. Вот если еще взять липучка, радуга, вот где она? Вот эту, друзья, это еще очень красиво и шикарно смотрится. Вы согласитесь со мной, друзья. Так, вот, просто красота, друзья, красота. Вот так вот летать очень-очень годно и красиво, и здорово. 50 раз паутинки вы сможете вот так юзать ее, очень красиво и здорово. Так, что дальше? Классы зомби я показал вам, менюшку привилегий, разрушительная менюшка инфекционная, да, спасибо. Спасибо, братан, спасибо тебе огромное. Брони закупим сразу же бесконечно патроны и нет отдачи, нас снова сейчас заразят и будет очень здорово. Где тут пацан? Все, давайте его попробуем. М26, М27, у нас все куплено вроде бы, да? Снова инфекционки бросаешь, братан. Ах ты ж гаденыш мелкий. Так, и как нам сейчас возродиться? Скажите мне, как? Во. И что, антидот все равно-то нету? Что нам делать с вами? А, так, будем смотреть. Менюшка бога для людей. Все для людей, друзья, все для людей. Понятия не имею, нам, короче, нельзя, походу, возродиться никак с вами. Давайте, наверное, карту сменим, вот, допустим, на эту. Пускай мапа, в принципе, сменится, а то, блин, ждать, там что-то нельзя использовать паутинку, если вы зомби, немезида, выжили. Блин, друзья, снова эта музыка. Вы слышите ее, да? Вы прям слышите ее, друзья. Что за музыка, что за, блин. Так, ну, вот это годная, ребят, вот это годная музычка. Так, с коса фантома.
давайте офлин, потому что музыки смешиваются. Не, кстати, прикольно так в начале раунда музыка. Так, паутинку сразу же мы поставим нашу с вами любимую, которую все время юзаем. Ой-ой-ой, там дефолтная должна быть. Бластер обычный, прямая молния. Так, с бластер, нет. Так, а какая паутиночка-то? Где наша с вами паутинка-то? Вот, друзья, красота наша подъехала. Наша с вами красота. Спасибо, друзья, спасибо. Это жестко, ребят. Вот так берем, бросаем и возрождаемся. 2-5. Успел. Ха-ха-ха-ха-ха. Я успел, а ты нет. Я успел, ребят. То есть, годно, все, здорово. Я успел, очень-очень красиво. Так, здесь еще спрейфы можно паутинки настраивать. То есть, паутинка вот обычный, так, средняя, Half-Life, вот, звездочки, вот, когда мы летаем, сейчас покажу, вот такие звездочки, сейчас вот такие вот блики, то есть, очень-очень годно, ребят, очень-очень годно, вот, вы видели блики, которые, какие, вот, красота, реально, смотрите, вот здесь вот, ой, на паутиночке, давайте вот так понадобавляем ее, смотрите, сколько здесь будет всякой вот этой вот всячины, друзья, красота, ну реально, круто, блики вот эти, 7 раз паутинки осталось, так что давайте не будем ее так много юзать уже, а то и так заюзали очень много. Так, меню разрушителя мы не смотрели, вроде бы, нитро, зеленое ВП, перчатки шокер, зеленое ВП. Не знаю насчет этой пушки, меню фараона, так, нам нужно сейчас взять что-нибудь, няшный котик, друзья, кто помнит этого котика годного, вот этого вот, прям котика, обязательно с вас лайкосик, ставьте лайкосики, да, М26, М27, ты чё, братан, ты чё, будешь меня убивать или что? Или что, братишка ты, братишка мой, 5 раз паутинки остается, ребят, 5 раз паутиночки, так, меню бога, друзья, паки броня жизни, выдать 500 паков себе также выдаем, то есть вы сможете по 500 паков давать игрокам, Т-вирус меню, здесь сделать вольт, здесь сделать зомби-человеком, там и так далее, снайперка бога, плазма-ган, автомат бык, скилловой джетпак, что за джетпак, ух ты, вот этот джетпак, друзья, помните его, годный джетпачок, вот такой наш джетпачок, вот такой, друзья. Вот, блин, ну такое себе, такое, вот такой со скелетами, прям грозный такой, можно сказать, да, друзья? Блин, ну окейушки, полетели, у нас котик с вами еще есть, вот котишка, котеночек, 1 раз паутинки, так что давайте не будем ее юзать. Менюшка императора, самая последняя, зеленый пылесос, обычный пылесос и мега-дракон. Давайте с мега-драконом поиграем, я с ним реально давно прям не играл. Только здесь перезарядка очень-очень жесткая. А если мы так будем делать? Ну, здесь все равно приходится ждать, пока, типа, он перезарядится. То есть, баг не работает. Я думал, баг заработает, но, к сожалению, нетушки, друзья. Нет, еще раз. Нет, ты что там, котика? Возьми котика, плиз. Надеюсь, он меня слышит. Во, стой, я тебя заскриню, плиз. Стой, не двигайся. Вот так, друзья, заскрим. Зомби, отойди, пожалуйста, отойди, плиз, братан. Так, а ты возьми котика. Вот, смотрите, офигеть, друзья, как с котом смотрится. Просто, просто шикарно, шикарно. Вы посмотрите, ребят, просто с котом. Ну, я не успел заскринить. Ну, ладно, друзья. Ты, главное, не двигайся, я сам ракурс подстрою. Так, блин, 9 секунд. Главное, чтобы мы с ним не были зомби. Если мы первыми зомби будем, то будет очень-очень плохо. Поэтому нам нужно как-то сейчас с вами выживать, друзья. И вот, найс, я первый зомби просто. Поэтому нам сейчас нужно взять гранаты вирус, пойти к тому пареньку, который без привилегий. Вот так, и бросить вот так. И как? Я не попал, серьезно, ребят. Я не попал, М21. М25. Так, с менюшкой императора. Давайте тогда возьмем уже другую пушку. Обычный или зеленый пылесос. Вот, зеленый пылесос возьмем. С ним поиграем. Поиграем же с ним, правильно, ребятушки? Поиграем мы с ним М26, М27. А что-то он долго перезаряжается. Такое себе, если честно, занятие. Очень долго реально перезаряжается. Вот такие зомби еще летают. Вот, блин, ну круто, красиво. Вот так, опа. Блин, тут еще братан наш с вами. Братан, вот такие вот, друзья. Просто, опа. Мы на них светим. Так, давай, иди к нам.
А их есть... А, это просто декорация, наверное, друзья, да? Просто обычная декорация. Обычная декорейшн. Так, с паурончику смотрим. Давайте, 2900 хп. 2000... Так, стоять, братан, стоять. 2600, 2500. Ну, по мощности так себе, друзья. Так себе, пылесосик этот. Так, ну найс, я еще проиграл. Ладно, ребят, будем заканчивать. Онлайн, как видите, добавляется, так что обязательно заходите на сервачок, играйте вместе со мной. Конечно же, кто хочет, покупайте привилегии. Всех, кого заинтересовал, жду на этом сервачке. Ну а с вами был я, Рамзес. Все дела, всем удачи, всем пока. Пока-пока.